Игорь Николаев получил неожиданно приятный подарок к концу 2019 года. Ему присвоили звание народного артиста РФ. Наташа Королева была одной из тех, кто поздравил Игоря с этим достижением. «Игорь, поздравляю с присвоением звания народного артиста России. Ты как никто заслужил это своим талантом и музыкой, которая в сердце у каждого из нас», — написала Королева, после того, как узнала об успехе Николаева. К слову, артиста поздравила и Людмила Порывай, мама певицы и его бывшая теща. Сам Николаев по скромности не стал комментировать столь важное событие в его жизни, но очевидно, что ему было приятно получить почетное звание. Этот Новый год Николаев встретил в семейной уютной обстановке, а к дочери композитора заглянул Дед Мороз, который вручил девочке подарки.